I'll choose maybe number two. Alexander Pelevin, please come on the stage. Саша Пелевин, поднимайся на сцену. Что ж, немножко о правилах. Как сказал мой коллега, 30 секунд дается игроку, неограниченное количество запусков йо-йо, максимальный артистизм, максимальный отжиг на сцене с целью того, чтобы тебе как можно громче аплодировали. И, конечно же, успеть в заложенное время за 30 секунд показать самый экшен. Это первый раунд. Второй раунд идет в 45 секунд. Второй раунд в 30 секунд, да, а последний раунд уже в 45 секунд идет. Ну что ж, фу, газа, вы готовы? Кто второй? Приглашаем на сцену второго участника. The second player, please come on the stage. David Muller. Ну что, сразу международное у нас соревнование получается первым же раундом. So, main rule is 30 seconds, you know, and show your best skills, best artistic performance, and we want to show something exclusively from you, from each of you. And are you ready? We are ready to start, yes? Yes. Okay. Who starts? Кто начнет? Я думаю, мы, как хозяева состязания, должны начать. Пусть. Александр, ну что, давайте поддержим. Просто хлопаем, орем. Всему, что мы видим, мы должны реагировать как-то. Первым начинает Александр Пелевин. 2, 1, switch. Поехали, давай, Саша. If you're having girl problems, I feel bad for you, sir. Итак, Дэйв показывает свои лучшие трюки вокруг рук. Давай, Саша, у Саша, тебя есть. Давай. Все, все в твоих руках. Stop. Only two rounds, yes. So, Kota, do you want to say to
our audience something after the first battle? Yes. Okay. Now we'll ask you, who was the best at this performance. And now, please, player number one. Игрок номер один. Аплодисменты. Подойди к ним ближе, Сашу Белевин, еще разок! Еще, еще. And now, player number two! I think we have a winner, yeah? Yeah. Yes. Who is it? Может быть, мы сделаем так. Давайте, чтобы лучше понять, кто победил, каждый выкрикнет имя игрока, который сейчас на сцене. Дэвид и Саша. Or, please choose the player and scream his name. Дэвид or Саша. Three, two, one. Scream!